Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать новогодний камин. Сначала мы рисуем вот такую вот линию. Здесь. Затем рисуем вот здесь вот такую линию. И тут. И соединяем. Далее начинаем прорисовывать сам камин. Рисуем верх линию. Затем с другой стороны также рисуем верх линию. Ребята, делайте отступ вот от этого края 1 сантиметр и от этого края 1 сантиметр, чтобы у вас было одинаково. Вот видите, у меня чуть-чуть не одинаково. Сейчас я сделаю одинаково. Затем вверху вот отсюда отмеряем 1,5 сантиметра. И с другой стороны 1,5 сантиметра. Теперь соединяем эти линии. У нас полоска получилась. Делаем еще одну полоску. Соединяем с этой стороны и с этой. Затем делаем 0,5 сантиметра сверху и снизу. Квадратик. И с другой также стороны 0,5 сантиметра делаем. Вот так у нас получается с вами. Так красиво. Затем мы вот отсюда отмеряем 1,5 сантиметра с этого края и вот с этого края 1,5 сантиметра. И проводим линию. Вот отсюда отмеряем 1,5. Соединяем эти две линии, чтобы у нас ровно было красиво. Соединили. Сейчас тут мы отмерим 1,5 сантиметра. Вот. И соединяем. Подождите минутку. Здесь что-то вот сюда поближе. Вот. Соединяем. Смотрите, какой у нас красивый получается камин. Сказочный такой. Около него можно будет сесть и почитать книжку. Можно попить кофе, отдохнуть. Уютно, так тепло. Затем вот здесь вот такую линию вот так вот проводим. И с другой стороны проводим. Вот. Закругляем ее. Делаем такой полукруг. Идем, идем. Вот до этой линии. Соединяем с этой. Так вот у нас получилось. Здесь мы проводим линию. Вот до сюда. И далее тоже проводим полоску вот такую. И здесь полоску. Затем с другой стороны также проводим полоску. Здесь соединяем. И здесь. Вот он уже стал похож на камин. Далее вот здесь делаем такие полоски. От меня отмеряем 0,5 сантиметров и проводим. Теперь здесь проводим такие вот полоски, соединяем. Дальше.
Еще одно осталось. Вот так вот у нас получилось. И далее вот здесь еще проводим линию. И с этой стороны, соответственно. Вот, все. Затем мы будем рисовать. Это красивый камин. Теперь делаем вот эту линию посередине. И рисуем уже сам. Рисуем сам огонь. Как у нас получается красиво с вами. Вы молодцы, тоже рисуете, старайтесь. Не забывайте на меня подписываться. Мне очень приятно, когда вы на меня подписываетесь. Далее рисуем дрова. И с другой стороны. Вот как у нас получается. Красота. Вот так у нас получилось. А внизу под камином мы будем рисовать новогодний подарок. Рисуем вот такие вот линии параллельно друг к другу. С одной стороны. Затем с другой. Теперь спускаем линию вниз. И здесь. Чтобы у нас получился с вами квадрат. Соединяем эти линии. И с другой стороны. Вот такой у нас с вами получается квадрат. И начинаем рисовать посередине ленточку, чтобы у нас был похож на подарок. Дорисовываем бантик. С другой стороны. Дорисовываем ленточки. С одной стороны и с другой.